Всем привет, с вами интернет-магазин детских товаров Yotoys, меня зовут Артём. И сейчас я проведу обещанный розыгрыш сертификата на 100 гривен среди наших покупателей за последние 2 недели. Но для начала хочу поделиться новостью. На нашем канале YouTube сейчас проходит розыгрыш призов. Это сертификаты на покупку в нашем интернет-магазине на сумму 700, 300 и 100 гривен. Поучаствовать в нем вы можете, перейдя по этой ссылке. На этом о конкурсе все. А сейчас вернемся к нашему розыгрышу. Итак, сейчас я открою файл тарантантан с нашими покупателями. Вот, заказы за 2 недели. Вот. В левой колонке у нас дата покупки. 3 февраля первая покупка, которая участвует в нашем розыгрыше. Листаем ниже. Вот 135 участников у нас. А в правой колонке у нас фамилии участников. Итак, розыгрыш я буду проводить с помощью сайта random.org. У меня там сейчас русская раскладка, но мне это не помешает. Google меня исправит. Так. Вот, мы попали на random.org. Итак, здесь у нас в графе от единицы вводим и до 135. Сейчас я проверю, чтобы не ошибиться. Так. Да, вот 135 участников. Возвращаемся и нажимаем кнопочку «Генерировать». Итак, наш первый победитель – это человек под номером 67. Вот мы нашли строфу с номером 67. Покупатель Косовская Ирина Владимировна. Купила нас 10 февраля этого года. Мы ее поздравляем. Она выиграла сертификат на 100 гривен на покупки в нашем интернет-магазине. Мы с ней свяжемся и обрадуем ее. Так, теперь переходим к разыгрыванию второго сертификата. Нажимаем «Генерировать». Покупатель под номером 111. Так, ищем. 111-й покупатель. Котова Дарина Андреевна. Купила она нас 12 февраля. Мы ее поздравляем. Она выиграла 100 гривен на покупки в нашем интернет-магазине. А всех остальных участников просим не расстраиваться. Покупайте в нашем интернет-магазине. Участвуйте в наших розыгрышах. Хочу напомнить, что мы будем проводить их каждую неделю среди всех покупателей в нашем интернет-магазине. И еще один момент. Чем больше покупок в нашем интернет-магазине, тем ценнее и дороже будут наши призы. До скорых встреч! С вами был интернет-магазин детских товаров yotoys.com.ua. Пока!